Все добровольцы используют средства индивидуальной защиты, медицинские маски, резиновые перчатки, антисептики и специальные очки, чтобы не подвергать себя опасности при контакте с прибывающими пассажирами. Я хочу очень важно отметить факт, что мы встречаем здоровых пассажиров. У нас сейчас пассажиры, у которых есть признаки ОРВИ, их просто даже не сажают в самолеты. На сегодняшний день в Самаре функционируют 3 боевых студенческих отряда, в состав которых входят по 9 человек. Ребята работают посменно. Они проводят анкетирование пассажиров, раздают им памятки, в которых содержится информация о коронавирусе и самоизоляции. Я считаю, что это очень важно, потому что нужно следить за каждым человеком в данной ситуации. Один человек может к большим последствиям привести, если за ним не уследить. Павел Климов прибыл в Самару из Москвы. Мужчина признается, что из аэропорта Курумыч он отправится сразу же домой на самоизоляцию. Встретили, отлично. Ну, в принципе, то, что для техники безопасности делаете, хорошая тема. Потому что, да, сейчас пандемия. Хочется надеяться, что и другие пассажиры международного аэропорта Курумыч последуют примеру Павла и отправятся домой сразу же после прилета. Ведь режим самоизоляции в Самарской области продлится как минимум до 30 апреля. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.